Фу, да, есть, зачем? Давай! Давай, да! Идет! Здравствуйте. Здравствуйте. Очень неожиданно на рыбалке розы. Да, женщина на рыбалке тоже неожиданно. Это точно. Для нас тоже. Для нас во всяком случае. Ну что, пойдемте на место. Посмотрим, да, наше место. Ну, как добрались? Хорошо, все в порядке. Ну, здесь удобно довольно-таки, да? Да, близко, отлично. Да. И место такое комфортабельное. Очень красиво, очень красиво. Ну что, кажется, мы пришли. Собственно говоря, вот в этой милой беседочке мы и будем обитать. Да, здесь, ну, начнется школа обучения. Замечательно. Да, аккуратнее здесь. Да. Ну вот, собственно говоря, это наша обитель. Ну, давайте Роза, я поставлю, да, поставим потом розы. Я смотрю, что уже мы пока шли. Надо, наверное, прохладно. Да, да, наверное, у меня красный нос. Так, у нас тут... У меня есть с собой, да, да-да-да, у меня есть обувь, у меня есть шапки две. И дубленка. Вот человек, как готовится к рыбалке. Ну, в майках, да? Да. Тогда так, я пока поставлю цветочки, разолью чайку, и мы начнем. А я пока приступлю к главному. Анастасия Гребенкина, известная российская фигуристка, мастер спорта международного уровня, звезда танцев на льду, запомнившаяся своими яркими выступлениями в паре с Вазгеном Азраяном, а также с Сергеем Лазаревым в одноименном телешоу. Обладательница гран-при по фигурному катанию. А начала свое блистательное восхождение наша сегодняшняя звездочка в городе Москва. Все. Горячий чай, сахар? Нет, я без сахара пью. Отлично. Ну ладно. Ну что? Чайку пока, а мы будем потихонечку открыть. Вот этот спиннинг, который я специально привез для вас, для тебя. Спиннинг, а вот коробочка. Спиннинг – это удочка? Спиннинг – это сейчас Саша расскажет, что такое спиннинг. Да, спиннинг – это специальная удочка, чтобы ловить хищную рыбу. В принципе, ну, все удочки. Все удочки, да. Хищную, они... не пугайте. Выпрыгивать-то. Форель – это хищная рыба, которая ест мальков. Ага. Ну, всякую живую, скажем, такую живность, которая плавает под водой. Так. Вот, все, кто ест, скажем так, себе подобных, не за столом, скажем. Они, да, называются хищниками. Они, да, хищники, да. Ага. Вот такой будет у вас, вот такая удочка. Легенький. Да. Вот легкий. Так, да? Да? Да, очень легкий. Да. Действительно, да, вообще и... почти невесомый. Да, ну, сейчас за счет катушки он немножко увеличит вес. Да. Красиво. Да. Красиво, да. Так эстетично выглядит. В чем-то даже гламурно. Да. Так, это у нас сегодня на что гламурный спиннинг и... Так все-таки удочка и спиннинг – это одно и то же или нет? Удочка – это общее понятие всех снастей для ловли рыбы. Да? А спиннинг – это конкретно удочка для ловли хищной рыбы. Ясно. Не забывайте пить чай, чтобы не замерзнуть. Ну, теперь он стал потяжелее, но за счет того, я что... Я думаю, поскольку я спортсменка, да, я справлюсь. Держать лучше вот здесь. Вот так, да? Вот. Ну, нет, какая, да, тяжесть, смешно. Коньки тяжелее. Да. А это... Завлекаловка. У меня, когда дочка увидела, говорит: пап, оставь мне парочку таких вот вещей, я их использую как сережки. Как сережки, крючки только если убрать, а так действительно какие красивые, да? А рыбки чувствуют, видят, да, вот такой привлекательный цвет здесь, такой прям яркий, да? Да, они... да, да, да. Ну, это вот отдельная специальная снасть для щуки. Предположим, а-а-а, вот эта снасть, она никогда не запутывается в этом, в тени. Она идет по тени сверху. То есть у нее там не цепляет, так, да, развесовка сделана, да, что у нее вес весь здесь снизу, и когда она падает на воду, она падает вот так. А вот я сейчас покажу, что из этой снасти делает щука. Ух ты! Вот это все... Вот она была съела, вот такая, да? Да, щука вся это покусала. Всегда вот я вот знала, вот что вот щучка работает. Рыболовые обманщики. Нет, нет. Рыбы. Нет.
обманщики рыбы. Нет, ну мы же честно, работаем. То есть мы не сетью, не динамитом. У нас есть уловки, у них уловки есть. Они же тоже... Мы наравне с ними, да, абсолютно. Борьба то, идет, то, что она клюнула и зацепилась, это еще не факт, что вы ее вытащите. Надо будет вытащить, конечно, да. Да, это, вот. У форели острые зубы? У форели у нее как щетка такая, вот зубы такие, как щетка. Рот у нее небольшой, но очень красивая рыба при этом. Да? Да. Ну, я надеюсь, что мы поймаем. И причем она такая сопротивляющаяся. Все, у нас все готово. Давайте сейчас, значит, допиваем чай и идем уже ловить. Так. Один вопрос. Это первое знакомство с удочкой? То есть это будет первый заброс, я так понимаю. Было очень отважно с вашей стороны. Я даже не представляю вообще. Я и удочка, это, мне кажется, выглядит просто... Напоминаю себе мушкетёра. Две вещи, по-моему, вполне совместимые. Ну, в принципе, сейчас, потихонечку. Вот место, с которого мы будем учиться. Саш, давай. Я надену с вашего позволения. Поможешь обучению заброса. На самом деле... Речка маленькая, обычно спиннинг бросается на большое расстояние. Но эти маленькие спиннинги, они как раз хороши для того, что на маленьких речках можно бросать. Так. Значит, снимаю вублерочек. Снимаю вублер. Осторожно, крючки очень острые. Да. Вот эти. Поэтому, да. Так, вот он висит. Подматываем. Класс. Подматываем вот где-то вот так. Дайте я сама, вот так, да? Вот, чтобы вот эта вот штучка была вот напротив пальца. Да. Теперь пальцем берете леску. Вот так. Ну, как в швейной машинке. Все, да. Примерно. Я как раз очень хорошо орудую на швейной машинке. Отводим вот эту, обязательно отводим вот душку. Эту душку. Да. Все за меня сделали. Да. Нет, так. Ну потом, нет, да, потом да, все да, это да, будешь делать ты сама, да. Теперь смотри, давай сначала бросим на дальнее расстояние для того, чтобы... Научиться хотя бы издалека, да. Ты заводишь за спину. Да, вот так. Блесна у тебя там висит, бок с ней. Можешь даже двумя руками так брать. Да. Определяешь точку, куда ты будешь бросать. Да, примерно. Так. И как только ты значит, бросаешь и отпускаешь этот палец. При броске отпускаешь палец. Вот в этом. Одновременно, да? Ну, да, почти, да. Когда вот здесь вот будет спиннинг, вот так. Тут надо отпустить, да, чтобы был полет. Так. Вот. Отпускаешь это, да? Так. Как только определяешь, куда летит, ты скидываешь вот эту душку. То есть тут вторая рука. Еще я должна вот эту душку, да, я скинуть. Господи. Нет, она, в принципе, может и сама скинуться. Но если ты видишь, что летит у тебя на берег, да? То ты можешь, думаю, это затормозить. Это тормоз, тормоз, грубо поняла, говоря, да. Сейчас я тебе не советую далеко кидать, просто легкий бросок, да. Ложись! Пробуем. Три, четыре. Да. Отлично. Стоп. Все, теперь снимаем эту душку. А все, я же ее сняла. Сняла. Я уже сняла, уже все. Теперь у нас мастер спорта в гостях, Андрей. Да, да, международного класса. Вот, вот. Вот так? Да. В эту сторону? И крутишь. Так. И смотрите. Вот, сейчас. Вот, ты она сует? Кончиком, пока, кончиком. Пока вот так, так. Еще чуть-чуть. Ага. Крути. У нас. Ничего, все в порядке, все живы. Да все нормально, все нормально. Сошла вот здесь вот. Ничего. Все нормально. Ой, мамочка. Подсачек принеси, пожалуйста, ладно? Слушайте, я первый заброс. Я чуть не сломал спину. Я просто не знала, что делать. Вы же мне не сказали, что делать. Ну, кто знал, что у тебя сейчас за клюк такой? Пес даже перестал. Ты так крикнул, что облака разошлись. Так, спокойно. Все, сосредоточься. Чувствуй, почувствуй. Так что делать, когда, если рыба на крючке? Крутить. Крутить и подтягиваешь к себе. Я поняла, что мне немножко не хватило сил держать удочку и крутить. Ладно, только что сказал, мы сказали, мастер спорта, ты поправила, что международного класса. Да. Нет, я, видимо, так... Просто растерялась немножко. Да, конечно. Просто крутишь. Крутим. Да, и все время держать немножко ее в натяжении. Чуть-чуть, с ней можно поиграть. Не обязательно ее переть прямо на берег, да, а можно подержать. Как только ослабишь немножко, она сойдет. А, то есть все время крутить надо, да? Да, все время, чтобы она была в натяжении. И вот когда она уже... Она поднимется. А сейчас принесут нам подсачек специальный такая. Да, и мы ее поймаем. Ага. Ну, как ощущение первое? Ну, вы видели вообще с первого раза. Опять старайся немножко вот сюда, и вот тогда у тебя будет этот. Потому что если... Уши? Да, да. Нормально? Это... Какие уши? Мои.
Когда идет монтаж сцены, ну, когда декорации ставят, все кричат головы, чтобы колесники мог поглотить. И хлыстани кого-нибудь. Вау, вот это класс! Вот! Вот это супер! Все, и теперь ведешь. Вниз. Вниз. Ну, поспокойнее, да? Да. Вот она поверхностная, поэтому... Да. Да. Вон, видишь, как играет? Вот. И вот. Еще повела, да. Во, можно так, да. Мне кажется, она там немножко перехлестнулась, да. Там зацепил за листочек. Да. Ну, осенью это было. Да. Все, теперь момент заброса, я уже не волнуюсь. Теперь мы можем тоже попробовать бросить. Вот, а я сейчас поставлю вот такой красненький, ярко-красный. Ну, это как распространено среди всех рыболовов, когда один кто-то начинает ловить, у кого-то начинает клевать, все остальные начинают жутко завидовать. Да, вот сейчас Андрей это продемонстрировал как-то. Свою зависть, да? Да, но белую. Активно менять начинают воблеры, забрасывать в те места, куда забрасывает человек, у которого клюет. Ой, нет, это не тот воблер, наверное. Не тот, вот начинается. Да. Какая-то травинка, по-моему, угу. Да, тут у воблера есть такая тенденция. Это плохо, если да? Что-то попадает, он перестает играть. А, ну я слишком сильно далеко закинула на практически на. Ну, туда вот. О! Отлично. Отцепляй этот душку, да. И немножко, да, чуть быстрее веди, да, чтобы она играла, видишь? Ну, рыбка, иди к нам, что ж ты не хочешь? Как сегодня что-то рассказала все. Что ж ты не хочешь-то к нам идти? Рыбалка – это терпение. У меня его много. Да? Конечно. Спортсмены очень терпеливые люди. Со скольки лет ты начала тренироваться? Я начала, ну, лет с 5. Ну да, вообще, наверное, иначе. Ой, это я правильно? Мальчишки, правильно? Да, я да, все? Да. Вау, нормально, отлично. Сейчас детишек, конечно, гораздо раньше отдают уже в спорт. В 4, в 3,5, в 3. Я не знаю, уже совсем сумасшедшие родители. То есть они на коньках лучше стоять, чем на ногах? Ну да, но это не, на самом деле это не очень правильно, мне кажется. Все-таки 3 года рановато. Рановато, да? Ну, 3,5 так для себя, 4 уже можно куда-то, если родители хотят что-то из него или из нее сделать. То есть все в плане спортивного? Ну да. Угу. Ну, знаете, по-разному бывает. Бывает, что позже отдали, а ребенок талантлив настолько, что раз олимпийским чемпионом становится. А вот в чем талант проявляется? Что значит талант? Ну, как бы это... Не знаю. Ну, как говорят, что 95% труда и 5% удачи, в принципе. Ну, по большому счету, в спорте все равно, конечно, основное – это работа. Чем больше удача, работаешь... что не упал, что ли? Удача? Да нет, не в этом дело. То, что не упал, конечно, это тоже удача. Но здесь еще стечение обстоятельств. Другой упал. Конкурент, соперник. А, вот это удача. Судьи сложились... Мелочи приятные. Удачные, допустим, какие-то, да. А вот о судьях мы потом поговорим. Я хотел спросить кое-что о судьях. О судьи кто? О судьи за древностью лет-то, да. Вау! Во-во-во-во. И да, по краешку тоже она там. Спиннинговая рыбалка. Настоящая. Да. А рыбаки что-нибудь приговаривают, когда ловят рыбу? Ну, не знаю. Я... Ловись, рыбка большая, да. И очень большая. Мне кажется, это волк приговаривал. Кидай. Вау! Ничего себе! Вот это да. Вот это вот да. Это уже мастерски. Да, мастерски, это уже да. Где-то на международный класс уже. Уже не просто так. Да. Ребят, что-то мне кажется, она не хочет к нам идти. Побыстрее или... Оп! Стукнул, как хорошо. Да, было? Да. Ах ты, есть! Ох! Нифига смотри, себе, Санек. Как бьется! Какая, смотри, как бьется! Может быть, смотри, крутится как. Может быть, эту штуку нет? Пацачек надо, наверное. Быстрее. Да ничего. Ничего, не уйдет. Обед! Не уйдет, да? Нет. Браво. Смотри, какая красивая рыба. Красивая очень.
Погодите, теперь мы должны поймать тоже, что это такое. Красавец. Хитрый он так, тут что кида. Тут у нас-то? Да, чуть по это, побыстрее, веди чуть-чуть. Я думаю, что эту рыбалку я надолго запомню, потому что, во-первых, это первый раз. Что за вот эти цветы? Она их любит, прям моя рыбка. Прям нравятся они ей. Ну да, и прям с первого заброса был же еще... Ну, а потом такие эмоции, конечно, с первого заброса. Да, сразу это... с рыбов схватилось, учитывая, что сейчас мы стараемся, стараемся! И никак. Стараемся, стараемся. Никак она не хочет. Крути. Я просто никто не ожидал, на самом деле. Мы тоже не были готовы к этому. Да. А я вот чувствовала, ребят, я вам честно скажу. Да. Не знаю, я вот когда вы меня учили вот это все делать, я такая почему-то прям как вот я чувствовала, что первый заброс будет мой. Правда, клянусь вам. Так, выбираем. Я думаю, вот как-то вот тогда. О, отлично. Ну, так, ничего. Ну, для новичка нормально. Да, конечно. Ну что, пойдем на обед, что ли? Ну, давайте. Да. Рыба у нас сейчас есть. Сейчас будет готовиться немножко, а мы сейчас посидим. Поболтаем. Поболтаем за чай, за чашкой чая. Здрасте. Здрасте. Как вас зовут-то? Александр. О, Александр, тезки, отлично. Ясно. Ну, что вы сегодня планируете приготовить из того, планирую что... приготовить копченую форель. Горячее копчение. Горячего копчения, да? То есть это туда загружаются стружки к дереву, вот. Да? Несколько вопросов у меня накопилось. Ну, первый, наверное, звезды на льду. А также танцы на льду, а также... Он же Гога, он же... Да. Ну, ты же участница этого. Да, конечно. Ну, вот расскажи честно, я не могу представить, что действительно за такой... Или там не очень короткий период, когда обучают... Есть разные звезды. Есть звезды, которые уже умели хоть чуть-чуть или стояли в детстве на коньках. Да. Есть, которые вообще никогда не стояли. Есть те, которые очень быстро учатся. Вот, допустим, я каталась с Сережей Лазаревым. Он был гимнастом там когда-то в своем детстве. И он очень координированный. Он да, и он очень был трудолюбив. Он просто пахал с утра до вечера. Хотя было очень мало времени, но в то же время... Сколько времени дается? Ну, был всего месяц до шоу, из которых две недели мы не тренировались, потому что то было Юрмала, то еще что-то. То, в общем, полноценно это было две недели. Ну, ты его била, неделю. Там кричала. Я его не била, но я кричала, но это воспринималось очень адекватно. Я богиня, учитель и так далее. А в принципе, богиня. Спасибо. Ну, а он ученик, и это нормально. То есть я не кричала никогда, то есть громко командовала. Да, никакого не было унижения, оскорбления и так далее. Справедливая абсолютно тренировка, да. Давай, ты можешь. И я очень хороший педагог в этом отношении. Держишь меня? Угу. Подожди, держи меня. Отлично. Вот. Какая что тебе? Не поддержка разве? А, это же поддержка. Конечно. Я боюсь ее сломать. Потому что она... я в нее так вцепляюсь за руки. И она очень долго терпела. Потом я сказала, ты мне сейчас руку сломаешь. Ну тебе нельзя сжимать мои кисти, потому что я девочка, и мне будет больно просто. Вот, собственно, коптильная установка. Сюда вот ольховая стружка, вот ольховая щепка. Ну, еще щепки, понятно, да. Да. Потом кладете на эту решетку, кладется рыба, крышки, да. И закрываете крышкой. Ничего, и ставится как бы, на сильный огонь. В этом нет. Нет, в принципе, тут понятно. Довольно просто. И коптить в течение 20 минут, так в среднем коптить. Понятно. У нас просто в передаче такая есть рубрика «Готовка рыбы», ну, или того, что мы взяли с собой на рыбалку для нашего гостя, для нашей звезды. Вот, обычно это делаю я, но сегодня вот мы решили доверить приготовление рыбы вам. Вот, ну что ж, надеюсь, что все будет отлично, никаких эксцессов не произойдет. Да, будем ждать быть. Тогда, да? Спасибо. Да, должно быть. Все. Спасибо. Обычно все довольны. У нас сегодня блиц такой небольшой, поэтому мне хотелось еще один вопрос успеть задать. Давайте. Первая рыбалка, да? Да. В принципе. Да. Первая поклевка. И, в общем-то, рыбы виноваты мы, что мы ее не достали. Поэтому да. Мы извиняемся перед этим. Ощущение. Будешь продолжать? Ощущение вот так вот прийти такое, самой порыбачить. Ощущение с кем-то. Такое.
Первое слово, которое мне пришло на ум – азарт. Невероятный. Мне очень понравилось. Я не могу сказать, что я очень азартная. На самом деле, меня трудно завлечь. Завести. Завести. Но здесь мне было интересно, потому что это вот, это прям интересно. Ну, а сейчас? Нет. А, давай еще раз. И прям не хочется останавливаться. Я не знаю, если меня теперь... А, если меня теперь пригласят мужчины на рыбалку, я уже не буду такая... Мы будем обмениваться опытом. Да. Ты меня будешь учить танцам на льду, да. А мы будем потихонечку рыбачить. Ладно, тогда два слова для наших телезрителей по поводу того, что хорошо ли так проводить выходные, там, с детьми можно, с мужем? Я не знаю. Я сегодня первый раз это делала. Мне так понравилось. Я думаю, что с детьми, с мужем или мужу с женой, или вообще всей семьей, и бабушек, и дедушек можно всех брать. Замечательное времяпрепровождение, увлекательное, интересное, азартное, спортивное, потому что у меня даже болит правое плечо. Да, и просто очень увлекательное, и свежий воздух, и замечательное настроение. И когда, если вы поймаете, еще и обед хороший. Вот очень ты хорошо подошла к теме того, что у нас сейчас должен Александр уже вернуться, да, с той рыбы, которую поймал он. Да. И мы попробуем, что это за рыба. Ждем, ждем, ждем! Ну, вот и рыба. Форель копченая. Ой, пахнет-то вкусно, да, как. Да, наверное, даже вот так, чтобы было удобнее брать. К сожалению, мы поймали всего одну, но это законное завершение нашей программы. Нашего мероприятия. Мероприятия, да. Прежде чем мы приступим к еде, у меня есть один очень для меня важный вопрос. Я знаю, что вы не только спортсменка, не только замечательная фигуристка, но вы еще и очень успешная бизнес-леди. У вас есть собственная дизайнерская линия, да? Это можно так назвать? Ну да. То есть школа, дизайнерская линия. Человек-оркестр. Ведущая на телевидении. Сумасшествие. Снимающаяся в роли царицы. Одним словом, звезда. Да. Ну так вот. Я еще и мама, между прочим. Ой, у тебя еще звездочки растут уже, нет? Маленькие звездочки. Нет, линия коньков, она, это такой побочный эффект. Когда я закончила кататься, мне очень было скучно, и мне хотелось как-то вот, скучно в плане моего любимого фигурного катания, мне хотелось еще как-то продолжать себя в этой спортивной жизни, но уже не как спортсменки. Я придумала, что коньки нужно как-то украсить, украсить их нужно стразами непременно, ну, как любой нормальной девочке, и сделать что-то там такое необычное. Это было такое эксклюзивное было. Очень эксклюзивное, достаточно дорогое, поэтому не такое прибыльное, как хотелось бы. Но иногда люди заказывают, кому-то хочется выделяться из толпы, да. То есть там какой-то автограф, что-то такое? Там есть обязательно AG, мое Анастасия Гребенкина, да. И что это сделано мною, ну, конечно, не моими собственными руками, но, по крайней мере, то, что я к этому приложила просто вот самую главную миссию, так сказать, что я это придумала, я это создала, и это мое законное право этим обладать. Анастасия Гребенкина, звезда льда, звезда конька, звезда фигурного катания. Теперь уже и рыбалки, можно сказать. Ну да. Я думаю, что женщины, которые посмотрят нашу передачу, просто вырвут из зубов своих мужей удочки и помчатся на их же машине на рыбалку. Я очень рекомендую, дорогие женщины, не упустить эту возможность порыбачить вместе с мужьями. В общем-то, можно убить двух рыбок сразу. И с мужем, так сказать. Убить. И рыбку поесть. И рыбку поесть. Да. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что вот у нас сегодня такой парадный стол получился, да? Обычно у нас это все несколько... По-рыбацки, брутально. Ну, так как сегодня такая очаровательная, пришла, да. Женщина с нами, поэтому у нас это все более цивильно. И что ж, наверное, мы приступим к... Нет, сначала себе. Конечно. Да, конечно. Сначала себе. Ладно, да. Это первое. А теперь кому? Кому захочется. Оператору. Ой, спасибо. Да. Спасибо. Вот, а пока раскладывается рыба, мы, наверное, попрощаемся, потому что не будем соблазнять зрителей. Конечно, да, у них уже ароматами. Да, создавать 5D кино. Да. Идите на рыбалку, короче, сами ловите готовьте рыбу, все. Да. Да, друзья, ну что, с вами была передача «Звезда на крючке». Мы ее ведущие Андрей Гриневич, Александр Гаврилин и наша звезда Анастасия Гребенкина. Приятного аппетита, мужчины. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего вам.